Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника Воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатова Кировоградской области. В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад, поставленный Соединенными Штатами Америки киевскому режиму противокорабельных ракет «Гарпун». Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины. В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Верхнекаменская Донецкой Народной Республики уничтожены свыше 70% личного состава. В городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозремонтного завода. Уничтожены более 50 человек личного состава, более 3000 артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 9 пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в населенном пункте Жовтнево Николаевской области, 2 пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Курахово Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области. Кроме того, уничтожены 7 складов с боеприпасами и топливом в районах населенных пунктов Резниковка, Острая Донецкой Народной Республики, Голицыново Николаевской области и города Николаев. В районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики ударами российской авиации уничтожены 2 подразделения Вооруженных сил Украины численностью до роты, 2 гаубицы М777 производства США и в районе города Николаев комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель». В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 3 взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска, 2 артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок М100С, 8 артиллерийских взводов орудий М100Б, 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также 9 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Поросковиевка, Опытная, Веселая, Раздоловка, Бахмутовская, Водяное, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Коробки, Пятихатки Херсонской области, Топольская, Харьковской области, Щербаки Запорожской области и города Донецк. Кроме того, в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой Народной Республики и Алексеевки Херсонской области перехвачены 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Хаймарс». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники.